Чужого горя, дикарем убежал отдыхать.
море, в пляжном баре храпит, борюсь их на море. Я там ее уже порезал.
все придет. Да, в этой записи, там где то, что мы сделали samples, там очень четко ложится то, что да, выходит того, и вот goal. Вот именно вот, если ты можешь делать like the same вариант, потому что этот вариант came out like really good. Like, он ложится даже там, знаешь, крэшен. Не, я просто не хотел сейчас качать, потому что он уже потише. Да. Поэтому я сделал такой вайп тоже. Да, no, thank you, I appreciate it. Я заметил, it's very different, как я играю, как палочки держу, все, когда он quiet, или как сидишь, like, such a difference, I have to readjust, and it's like, okay, I'm used to playing like this. Раньше играл quiet, I was concerned, it would be quiet. Потом, когда мы начали играть, I would play a little more intense, and it would like would actually be more energy, feel good. Сейчас quieter, and I have to like readjust myself, so I'm going back and forth. And, I mean, it's okay. Такой акустический вариант в маленьких кружках. Окей. Okay. Мы сделали. Smoking Song. Я с тобой мы сделали, да? Деда Баба, Цуэнь, не махай рукой, планета. Это не моя. Субмарин можем сделать. Мы сейчас проходим через такие quiet songs. У нас где-то половина такие более-менее. Как сыграл? Так сам мы рисовали. Что? Так сам мы рисовали. Hold me back on the line.
Thank you.
Я ожидаю, что да, я картошку поставил тебе. Сосиски положу потом в картошку. Сосиски ты ну, она не gonna be home. Can you see okay? Okay. Well, аккуратно езжай. Drive slowly. Okay? Should be, I should be ready. I'll put in the system a little bit, yeah. So, okay, давай. No, it's about if you can't see them, если вы приедем. Out of the car. Okay.
headlights. Okay, alright. No, I mean, it depends, I don't know. Okay, we'll see. Okay, can you see okay out of the car when you drive? Okay, bye. Там даже клип такой, там типа, он такой типа, там такая жена, такая мощная женщина, такая, как она, Валентин, значит, я еду к маме, так, чтобы убрался, выбил ковры, да, такой, типа, окей, я видел, да. Валик, Валентин Степанович, окей, я не знаю, я понравился клип. Не, просто припев, я сейчас слышал, мне кажется, Ахуехала жена. Да. Зайка моя. Мы, может быть, что-то похоже, ахуе. Ну да, там же много, это ж да, это ж такое, это довольно народное. Да. Я чужак, я мне на этого Ленинград песни, я вот люблю ту самую Ленинград песни, и они прикольные. И они в таком стиле немножко, сам вот. Хотя у нас нашего материала достаточно, да. Просто для разнообразия, я думаю... Да не, это так, это просто так сидел, что-то вспомнил эту песню. Не, ну просто знаешь, так как многие люди знают уже, знаешь, определенные песни, это можно внедрить немножко разных песен. Но опять же, можно это, можно по знаешь, советские, что-то из тех времен тоже это много хороших песен. Thank you.
сейчас? Сосиски будешь? Нет. С картошкой? Нет, буду. Ну просто я делаю. Я такой сытый вообще. Потому что я делаю anyways. Не, ну я не буду. Я вообще не так наелся. Не бывает, рекомендация, так сказала. Я очень голодный. Make a lot of potatoes, a lot of sosis. Make sure it's ready by the time I get home. Mm-hmm. Yeah. Look asleep. Alright, что еще? Наша смерть нас гонит вперед,
наше время движется вспять, где все дышат стогонщий сон. Мы сыграли это чудо, да? Ага. Мы прошлись по пути, какой написан сегодня? Да. Солнце.
Это же очень прикольно, то, что ты вот добавляешь эти вещи.